Салют, Ладата Луми, мое имя Олег Адриан, меня зовут Олег Адриан, всем привет. Сегодня мы находимся возле номер один магазин, и как обычно я протестую. Асас не оплам на номер один магазин, что протестем. Мы просим номер один магазин, чтобы они попросили у нас прощения, чтобы выгнали администратора, чтобы выгнали охранников и чтобы выплатили нам помощь пагубе морали, кумалимарус. Моральный ущерб. Моральный ущерб, чтобы выплатили нам за то, что нас дискриминировали. Это необходимо. Да, да, ну филиала оставит, кто я бы проблемила чокана, если тебе были в Адычинграф. Часто есть, и тот ощущаешь рыця, где ты там адрес, если это та же самая сеть, не важно, где бы это не был номер один, пусть он будет на Толстого, вообще центральный офис их, но да, по накума, но видит не шумно администратур, но он сошел в Хиртаре, что ее черцев ее алунгаться пазнище, дела лукла, что и карьмо дискриминат, черцев ее алунгаться администратурой, администратор ушала дела лукру, din motivul că nu m-a apărat atunci când au fost discriminat și pălit și cer numărul 1 magazin să întoarcă la lumea video unde m-a pălit baznicul, că ei o tăiet, au făcut 30 de secunde numai și de arătat nu mai arată la lume nimic. Lumea nu înțelege, alții spun una, asta iană, dar din așa oameni care nu sunt prea învățați și nu prea bine vor să înțeleagă, încep să gândesc că eu prima am început și la dânsul nu există deja morală oarecare sau oarecare înțelegere în Dios ce s-a întâmplat. Asta este o clevita, în limba română cum se numește clevita? Calomnie. Calomnie? Da, calomnie, minciuni. Minciuna este de care numărul 1 în magazin ar trebui să se răspunde. Я также прошу, чтобы номер один выдал нам видео там, где они ударяют меня при администраторе, потому что они выдали видео с передней части, которая снимала меня, когда я оказывал сопротивление, а заднюю часть, которая показывала охранников, они его не выдали. И вот одна моя партия, один на интит, один на урм, карио филмат пазничи, камера шея, карио после кэсили, шиду подулап, nu eu dat. Am mărturie de la maturul meu care au descris toate camerele cum erau și este posibilitate că camerele acestea care au fost nici nu au fost, nici nu au lucrat. Aceasta a fost o registrare la telefon care și-au fost pusă pe urmă în timp de o sutcă în cameri și scoasă din acolo ca să nu se gândească că nimeni în caz de ceva la judecată, că asta este o falsă, ceva informație. Dar poliția te-a mai chemat, te-a mai audiat, te-a mai scos vreo hotărâre pe cazul ăsta, doar te-ai plâns la poliție. Poliția deloc nu mai lucrează și ei nu știu dacă lucrează deasupra cei ca să-i întoarcă camera și unde m-au pălit pe mine. Eu mă gândesc că ei s-au bazat la ceea ce a zis numărul 1 și atâta. Eu iarăși spun că numărul 1 magazin se accentuiește numai la cei cine m-au pălit și cine nu m-au pălit, dar nu se accentuiește la cei că au fost discriminare. Poliția nicăcih del ne provodit dalși. Numărul 1 magazin прикрывается тем, что они меня не ударили и не акцентируют внимание на дискриминации собаки-поводыря. Вот. И я прошу сейчас, чтобы номер один, они есть возможность подозрения, что они просто сняли на телефон эту пейзаж, где я обороняюсь, и просто через хайкеров, там, которые знают хорошо в интернете, заплатили кому-то и сделали фальсифицированный документ, типа, что это сняла камера. Ее анонс номер 1 магазин, когда жудиката частая проба в Афи контролате, в тоати локурли, карьер путяса контролези стату, и дака в Афи уарикари минчуна фалса дин партия лора, да ез в Афи, да дака хер ну в Афи, и асачара жудиката шачили лалти, съемч, дела алтили кэмель, дака гурек мы стояны, чорикум, но ес скватим ла и вяла. Мы по-любому вытащим через суд информацию, сделано ли это камерой видео или это сделано с телефона, потому что там суд экспертизу не обманешь. И более того, мы попросим, чтобы видео, которые были, заднюю сторону снимали, чтобы тоже были предоставлены.
мам садит кожедиката, ши е од за скета. Кожедиката да ко авокату, кога кожедиката не е. Кожедикатура. А кожедикатуру кој се веќин што кој се лијаз. Но и веќин. Но е цел кој што купи ти доста. Но и веќин. Ми е да ел пар симпло и пријатен ми е. Ши ја јам за стета ситуација. Луши ел од за скета, ши нова фи. Проба часа у него болит пивиди, и вам масур, говорит, тот асымар глажутиката, а шакум есть. Так и со опукаться мам еще не аскану марувуну, и кларло, как и ну ворс, с платяска аменда пен врачейка му болит, если прочес пен врачаса, ши процедура, кари административ, кари трачила распунли, ши и парти пен ясный целек. Ши я медзисме, к центру дискриминарии, так и афлаг, только что было с дискриминарием партия ностра, а тунча и асафи у него и сау сагасаска лимба коммуна кумини, сау дака, сау по себе ас ажунгла жудиката, ас платяска мун шагини. Ты и плынс на консилию на дискриминарию? Да, мы положили на дискриминационную палату, значит, жалобу. И моя знакомая судья сказала, что если эта дискриминационная палата решит, что все-таки была дискриминация, в таком случае номер один магазин администрации должна будет найти какой-то ценный общий язык. Если нет, то через суд им они могут очень сильно пострадать финансово. А кому я брал с Арет Лунку-Лунку? Обсервация урока Москва Солушка Мя, я иду с Делашквала, с Печала, Экипамент, а Кэру я Виндрунива Задоль, Дадоль Кэру и Йор, Путя, Смади Пласес. При клумбе дец, ну, экзисты борба, сал лещу девала уши. Да, да. Лека, ищи най куши лега. А ищи с Печал, Костуитка, Омус, Ацени, Де, Мнен. Тут специально экипамент для собаки, который подтверждает о том, что она не может быть завязана в углу, где-то как корова, каувак на саду, да, ну, пачи элегаты. И вот тут есть ручка, которая ясно говорит о том, что мы должны проходить с нею везде, где можно. Винка лечим пермить, потому что нам закон разрешает. Кричать здесь бессмысленно со стригаича, ну есть и фулос. Финка и парти пиништил, ну марону магазин, к но и протестем инкор, ши ее магазинская и сует это по видео летели Олежка, ши и тетштил. Я думаю, что номер один знает прекрасно, что я протестую в палатке. Но сейчас мы попробуем подойти к ним, вызвать администрацию номер один и проинформировать, чтобы Аллу Федоровну проинформировали. Это главный директор всех сетей номер один магазина Алла Федоровна. И мы хотим ее проинформировать, что мы находимся также в палатке. И сейчас мы это попробуем сделать через персонал номера один магазина. Акума, но я центрем номер один магазин. Сейчас инчеркаем, что информуем администрация. Со информези Пиала Федоровна, а есть директор Атуатери цели номер 1 магазин. К ной протестем инкорд. Смешти, смусагандяск, к ной дак нямду сделал номер 1 ащала, а п гата, а мой тати тот. Йоу, амфос палит. Причел май супарат, пентру мини опос доу лукры, дин туата ситуация час. Ампримурен. Дичело палит прикинили мео пести пынчи. Ши кынили мео на регура с ворбяску пенту часто. Ши сяпери. Ши дичи кын ел мо палит пимини ши елам антребат пиденсу. Дичи мае палит ел мо антребат им паца меменч рулу. Им паца марк рулу имел. Му рада чинить о палит. Яка часто мо пинс сы столпыны ла урмы, сы протестес, ка сы скот, ши пиденсу дела лукру о муиста, ши сы драгла распунили номер 1 магазин, ши ласы номер 1 ну сы сывады, кум все прочидези инвиторку алсуамини. Меня больше всего обидело то, что ударили собаку по животу, и то, что потому что она незащитная и не может защититься. И то, что когда меня ударили, они сказали, а кто тебя ударил? Если бы мой свидетель не был рядом, я бы никогда не доказал, что меня кто-то ударил. И ей видно было ясно, что накачанный, хороший чувак, и пользуется тем, что я не вижу, что я не могу дать сдачи.